Новая серия в тульской Санта-Барбаре «Любовница». Неверного мужа, с которого жена требовала 500 тысяч за измену, заявила о помолвке. Девушка выложила фото букета с предложением на своей страничке в соцсети. «Любимая, выходи за меня замуж», гласит записка. Но вот кто именно сделал предложение, она пока так и не говорит. Ну, разгадка напрашивается сама собой. Женщина, поскольку воспитывает ребенка от того самого Всеволода Неверного, так прозвали мужчину в Туле, возможно, он и сделал ей предложение. Вот только супруга его бывшая, которая подала в суд за измену, говорит, что почерк совсем на почерк Всеволода ее не похож. И вообще бывшая супруга готова принять обратно мужа-изменщика. Видно, растопили женское сердце смс-ки, которые тот писал ей после расставания. Но давайте я напомню, Всеволод признался жене Татьяне в измене, после чего уехал жить вот той самой любовнице, с которой у него ребенок уже 4 года. И вот живя у нее, в какой-то момент что-то пошло не так, и он понял свою ошибку. И начал жене опять написывать, признаваться в своих чувствах, писать, что любовь вернулась, что он соскучился, спрашивать, как искупить вину. Звал ее Танечкой Танюшей, говорил, что на душе тяжело. Ну, в общем, все, что положено в таких случаях писать, все он это и писал. Переписку эту заметила любовница, не выдержала и, в общем, выгнала его из дома. Сейчас треугольник выглядит так. Татьяна и Всеволод в разводе. Любовница мужчины, которая, еще раз повторю, воспитывает их общего ребенка, заявила о том, что с кем-то помолвлена. Татьяна потребовала компенсацию за свое разбитое сердце 500 тысяч рублей, но суд ей отказала. Она говорит, что делает это вообще не ради денег. Пусть он пройдет через то, через что я прошла эти 4 месяца. За все свои 6 лет жизни мы никогда не ругались. То есть он пришел, говорит, дорогая, извини, да? Да. Именно так это и было. В обеденный перерыв на работе, когда у меня оставалось 10 минут до конца рабочего, до конца обеденного перерыва, угу, пришел и сказал: «Натани, сядь на стульчик». Мне сказал: «Я от тебя ухожу, у меня другая семья».